Что? Когда? Ядро в норме? Удерживайте позиции, остановите их! Союзники атаковали наш ядерный реактор в Каменске. Я туда. Нет, это слишком важно. Отправляйтесь вы. Они отключили систему охлаждения. Ядро скоро перейдет в критическое состояние. Пробейтесь к реактору и включите станции охлаждения. Окей, комрад Надя. I will do this for their motherland. Почему на английском? А потому что русской локализации первого Red Alert никогда не было. И Remastered Collection тоже. Опосно. Я дивни электро перегрекилис и наступил момент. Время для срива 29.56. Ты на таком русском хочешь, чтобы все было? Я не понимаю. Мне кажется, это жесть полная, чтобы так... What? В смысле mission failed? Не понял прикола. What? А, да, извините, надо же отойти было, да. Блин, живы мы. Побежали, парни, хлопчики, бежим. Бежим! Я совсем эти миссии не помню. Так, и да, кстати, давайте я быстренько сделаю звук потише, а то, мне кажется, орёт игра. Вот так. Вообще будет зашибись. Быстро ты. Да что-то миссия, да, пройдена была нереально быстро. Так, побежали. Я не помню, куда бежать, я не помню, что... А, нам до песиков надо добраться. Все, помню эту миссию. Бежим, 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 пацаны, роняя кал. Бежим, роняя кал. Нам надо срочно песов найти. Где собаки? Видите, за нами тут погоня. Сюда музыка подойдет. Погоня, погоня, погоня. Давай, 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 бежим, хлопцы. Как за колбасой. Вперед. Там бочки уже. Давай, взорвем. Отлично. Устроим там огонек. Нам песов надо спасти. Пес-барбос. Огонь! Огонь, огонь, огонь! Быстрее, пацаны! Быстрее, быстрее, к песикам! Тут пёсы нас спасут! Кусь-кусь! Кусь-кусь им делай, пацаны! О, хорошо, пёсы работают! Давай-давай-давай, жри-жри-жри их! Отлично, Так, отряд боевых пёсиков у нас есть, так, и отряд пацанов. Пипец! Ё-моё, смотри за стопариком! Так, я не помню эту миссию, поэтому мне нужна разведка в виде песиков. Ага, понял тебя. У меня всего лишь двое рядовых осталось, конечно, печальная ситуация. Вот так, кстати, игра в оригинале выглядела. Так, а что у нас снизу? Я просто не помню эту миссию. Мне надо дальше посмотреть, разведку надо сделать. Ну, давай. Ага. Мужики, пошли сюда. Тут безопаснее. Так, а ты у нас давай, давай. Рядовой полкан. Вперед. Что за зоопарк? Ну, это советский комплекс, тут, видите, собак держит. Правда, странно, что тут эти альянсовские псы настроили свои бункеры. Так, вот нам надо здесь, кстати, починить, это у нас кулер. Вперед, мужики, огонь по бочкам. Огонь, 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 быстрей. Хорошо. Так, теперь давай это повзрываем. Так, вот тут у нас первый реактор, я вижу. Тихо, тихо! Твою мать! Я же говорил, проходим инструктаж перед миссией, нет? Отличная миссия. Но это вам не классическая стратегическая миссия. Тут не так все просто. О, отлично. О, в этот раз намного лучше. Побежали. Если честно, дружище, я абсолютно не вижу надругательства. Я лишь вижу то, что игру осовременили, сделали ее вот из такой пиксельной игры, сделали вот такую игру. Я с тобой в корне не согласен, потому что я в оригинал играл, играл очень много, несколько сотен часов как минимум в ней наиграл. Никакого надругательства не вижу. Если вам не нравится, пожалуйста, уходите со своим «не нравится» в другое место. Я кайфую от этого ремастера. Разработчики сделали все как надо было. Причем они сами говорили, что они сделают, как они это сделают. Если вы не смотрели ни интервью, не смотрели никакие ни ролики, ни прочее, это ваши проблемы, что вы не знали, какой будет ремастер. Здесь оставили игру так же, как она и была. Только сделали ее красивее, осовременнее. Поисправляли некоторые баги. Ну не все, конечно, некоторые баги как фишку оставили. Например, харвестеры, которые тупят постоянно. Так. Отряд барбосов. Вперед. Просто если ты говоришь, ремастер хуже оригинала, то... Примеры, пожалуйста, хорошего ремастера. В комментарии нам, давай.
Так. Жаль, они баги оставили те же. Да, кстати, меня это тоже немножко бесит. Типа, они взяли и оставили баги того же Харвестера, который в самую жопу мира едет. Это меня немножко тоже напрягает. Типа, зачем вы эти же баги оставили? Их же можно было поправить, они всех бесили. Но решили их оставить типа как фишку. Так, вот у нас реактор, хорошо. Warcraft 3 ремастер, лучший ремастер. Ой, Лендитер знает толк в шутках. Так, подожди, давай песом мне делать разведку. Так, что у нас тут? Барбос, разведай. Тут у нас должны быть инженеры вроде. А, вот, у нас тут реакторы. Нам надо эти реакторы. Ой, тут Танюха. С Танюхой будут проблемы. Так, нам надо искать инженеров. Тут у нас, кстати, ящик очень полезный. Его было бы неплохо... А где инженеры? Стоп. Нам надо их где-то дальше найти. Так, у нас еще ограниченное время. Блин, херово. Так, барбос, стой здесь на разведку. Остальные барбосы вперед. Я, конечно, люблю такие миссии, но на самом деле очень часто на них тупил. Привет, Влад, кстати. Мне, чтобы выпустить новую игру, они ковыряются в старой. Ну смотри, дружище, здесь прикол в следующем. Понимаешь, издатель в лице Electronic Arts — это корпорация, которая, самая главная задача этой корпорации — зарабатывать бабки. И если они не уверены в том, что новую часть купят знаменитой серии, они ее и не будут выпускать. Понимаешь, в чем проблема? По сути, этот ремастер — это проверка финансовая. А будут ли игроки спустя столько лет, да, потому что последний Red Alert вышел, напоминаю, в 2008 году, будут ли спустя столько лет покупать? Или же нет? Новую часть. Это, по сути, проверка. Все эти ремастеры — это проверка издательства. По поводу того... подожди, мне кажется, он нас в ловушку ведет, да? Надо проверить. Там, кажется, дот стоит. Да не, никого там нет. Тут отряд, блин, боевых барбосов идет. Так, ой, там взрывать не надо. Ничего нельзя взрывать. Опасно там взрывать. А тут доты есть? Ну, просто если есть доты, то минус наша армия собак. Не, нет дотов. А ну, кусь-кусь делаем. Кусь-кусь. Так, хорошо. Ох, если я сейчас это взорву. Ой, какая жопа будет гореть у всех. И у меня, и у чата у всех. Привет, Инксанс. Получится тоже варик. Нет, не всегда. Если бы варик создавали Близзарды, а не какие-то лошары. Из Лемон Скай. Которые не умеют это делать. Они умеют только... О, тут даже это оставили. Главную базу. Прикольно. Потому что, ну... Так, нам надо как-то мимо Танюхи пройти. Но если пачка собак пройдет, мне кажется, они что-то сделают. Но сюда еще надо залететь. Так, полетели мужики. Давайте на перекресток, а там разберемся. Стая боевых чихуахуа. Да не, чихуахуа себе только жопу лизать умеет, и все. Больше они ни на что не способны. Это ж не те собаки, которые, ну, действительно что-то умеют. Так, инженеры. Так, начнем с простого. Affirmative. Так, один инженер сюда. Один инженер сюда. Я помню, их вроде сюда надо подвести. Блин, я настолько давно играл в Red Alert. Ё-моё, я уже все забыл. Как здесь вообще что работает? Привет, Никита, кстати. Red Alert закончился на третьей части? Да. Ага, хорошо, это сделали. Да, Red Alert закончился на третьей части. Ну, третья часть Uprising там еще была. Это дополнение было. Да какие твари? Взяли моих собак, перегрызли. Вот суки. Так, ребята, проходим. А ну, пёса, разведайте. Тут, если тут какой-нибудь, блин, бункер, это будет жопа нам. О, не, нормально. У меня есть немецкая овчарка, значит, мы управляем советской овчаркой. Не говори, красноринский маппер. Ну, чё стоим, мужики, вперед. Времени у нас хоть отбавляй. Нам надо вот эти контрольные центры захватить. Так, подожди. А что с Таюхой делать? Вот у нас с ней будут проблемы, она всех же поубивает. Так, найдите... Все, никаких проблем. Никаких проблем. Так, используйте главный терминал, чтобы отключить ядро. Доставьте инженеров на охлаждающей станции, используйте главный терминал. Главный, этот что ли терминал? А где главный терминал? Вот этот может быть? Affirmative. Affirmative.
Нет, это не он. Мужики! Я не помню, куда дальше бежать. Эту миссию вообще не помню. Вперед! Я не помню эту миссию, охренеть! Мужики очкуют. Да, что-то как-то не время очковать сейчас. Я просто реально не помню эту миссию. Есть, конечно, миссии, которые я отлично помню, а есть миссии, которые... Блин, я в эту игру играл последний раз лет 10 назад. Представьте, каково мне сейчас вспоминать, как оно работает. А, все, миссия выполнена. Слава богу, ё-моё. Чихуахуа очень агрессивно. Он только гавкать умеет, и все. Так больше чихуахуа ничего не умеют делать. Не услышал ответ. Напиши еще раз, пожалуйста. А, насчет Фореста? Не знаю. Я дивни электро охладився. Катастрофа биля остановлена. Добли вини. Черт, это лучше, чем охладить свой траханье углепластик. Форест? Не знаю, не знаю. Спорный вопрос, я подумаю. Я завтра буду занят. Я тут услышал, CNC Tiberium и ее своими читами рвет жопы только так. Ну, посмотрим. Пока что мы Red Alert проходим, как я вам говорил. А там потом после Red Alert обязательно CNC-шку пройдем. Просто я в CNC-шку первую очень мало играл. У меня есть диск для первой PlayStation, в которой я тоже частенько его запускал. Ну, блин, я больше в Red Alert играл. Мне больше Red Alert вкатывал. Так, куда мы пойдем? В Италию или на Сицилию? Ребят, куда идем? Италия? То есть в Рим или на Сицилию идем? И по типу Siri подключить к ядерному реактору. Там, мне кажется, там все взорвется нахрен. Жесть будет какая. Так, ребят, не слышу ваши ответы. Идем мы в Италию или на Сицилию? На сапог. Так, Ваня говорит на сапог. Никита то. Ладно, хорошо, идем в Рим. Все дороги ведут в Рим. Согласен, поехали. Товарищи, побываем в Риме. Отдохнем, как после пятилетки. В Италию за макарошками. И ковидом, да. Привет, Тасагари Шиноби. Рим так Рим, как хотите. Я обещала тебе Берлин, Иосиф. Ты во мне сомневался? Если бы я сомневался, я бы тебя убил. Разве есть способ лучше продемонстрировать тебе мою любовь, чем преподнести на день рождения город? Мне на ум приходит пара вариантов. Что? Некоторые вещи вам не стоит видеть. Пойдемте, мы опаздываем на совещание. Что такого важного, что вы прерываете конфиденциальный инструктаж, Граденко? Вы тратите наше время на магические фокусы? Это остров Эльба. Разведка засекла десантирование техники союзников. Наши агенты отправились туда, увидели это и сняли на пленку. А потом... ничего. Никакого движения. Мы бы все увидели. Машина просто исчезла. Покажите еще раз. Невозможно. Машина целиком. Я должен знать, что способна сделать такое, Надя. Если это оружие, оно мне нужно. Это может стать отличным дополнением к нашему проекту железного занавеса. Железный занавес? Вам лучше об этом не знать, товарищ Куков. Мы контролируем остров Эльба. Место сопротивления по-прежнему оказывает поддержку всем союзникам, но мы занимаемся этим. Никаких оправданий, товарищ. Нам нужен этот остров.
Нет, Городенко. Останьтесь. Отправьте капитана разобраться с этим. Используйте наши подлодки, чтобы предотвратить высадку подкреплений союзников, и ликвидируйте всех врагов на острове. О, миссия. Блин, я не могу свернуть базу, алло. Блин. Вы что, серьезно? Ну, может быть, подкрепление подкините, а? Ну, подкрепление. Ну, подкрепление подкинь. Во, наконец-то, где? Where is my fucking reinforcements, comrade? Где? Ну подводной лодки только вижу. А, во, гребет он. Хрен знает откуда. Давай. Речи. Нашу базу убивают, вы уроды. Да серьезно, пехотуру. Это ж суицидники. Давай нормальных пацанов сюда. Казармы. Давай кого-нибудь повеселее, там танки. О, это нормальная тема, огнеметчики. Ну, тут уже можно повоевать. Смотри на этих крыс. Так, ну тут уже задефаем, да. Огнеметчики уже повеселее. Хорошо. Отлично, отбились. О, пехотуру еще закинули. Давай, ребята. Товарищ Сталин. Подогрей наш интерес к родине. Где юнит ласт? Где юниты мы теряем? Все нормально же? А ну не выпендривайтесь тут. Так, поехали. Давайте защиту сразу сделаем. А, гренадеры, подлодки, транспорты. Так, подлодки надо уже сразу отправлять дальше. Я, Рома, проходил Dark Crusade. Ищи на канале. Давно прошел уже. И прохождение заново я по 500 раз не записываю. Это не ко мне. Low power. Жаль. Ну, кстати, есть остров небольшой. Вот вроде он и есть, вот этот вот. Сюда вроде если заехать, тут куча вот таких вот ценных минералов. Вроде это он и есть. Я, конечно, могу ошибаться, но, скорее всего, это он и есть. Так, надо радар. Вроде это он. Кстати, ребят, как вам там чатик виден? Кажется, возле казарм бочки. Ну да. Так и есть, но это чисто как элемент декора. Очки за использование чата, да. Ребят, как вам там чатик нормально, кстати, виден? Просто мне кажется, немножко не идеально. Я бы его вот сюда подвинул. Вот так бы вместил. Нормально вам видно, ребят, чат? Просто он такой полупрозрачный, мне кажется, его, ну, плохенько видно на фоне. Construction complete. Поэтому я же стараюсь сделать так, чтобы он был и комфортный. Так, вот тут, я помню, у нас проблемы будут. Поэтому надо сюда тоже огнеметную вышку делать. Так, норм. Видно, но едва. Ага, понял. Коробка была. Хорошо, понял тебя, Зертес. Прозрачность можно настроить, я же за это и говорю. Что, может быть, давайте мы сделаем его немножко поприятнее. Сейчас я быстренько это сделаю, ребят. Извиняюсь за такие накладки, но я хочу сделать так, чтобы было все четко. Сейчас сделаем его background opacity. Давайте на 100% тогда. А ну-ка. Сейчас он обновляется. Во! Так, а теперь? Теперь должно быть намного лучше видно чат. Я его просто сделал максимально непрозрачным. Причем это, видите, можно на лету делать. Что круто. Так, что мы тут делаем еще? Давай нам это О, улучшенная энергостанция. Поехали. Так, вот видите, у нас эти долбанные харвестеры, как всегда, как всегда тупят. То есть их надо прям вручную за ручку водить по вот этим вот кристальчикам. Они сами не хотят по ним ездить. Прям вручную все надо делать. Так, давай сюда. Так. Что нам еще надо? Аэродром давай заделаем. Так, и нам надо, наверное, транспорт. Потому что здесь вроде что-то есть.
То ли вот эти кристальчики, то ли еще что-то. Так, вот тут пехотура врага. Слева в угол. Та не, нормально. Мне кажется, здесь справа нормально. Мы на панельке здесь справа как бы не всегда находимся. Так, хорошо, здесь у нас есть разведчик, здесь у нас... Ага, враги. Это, кстати, миссия длинная будет. Здесь у нас очень много чего будет интересного. Не, на прошлом стриме вы говорили, давайте слева угла в правый угол запихаем чат, то теперь справа в левый. Давайте уже на каком-то одном месте определемся. Кристаллы лучше берет на черный день. Да не, нафига не нужны эти кристаллы. Их надо добывать. Беречь их точно не стоит. Так. Что нам сейчас стоит делать, так это военный завод. Хотя даже не военный завод, я бы, наверное, сделал все-таки обогатитель. Вот здесь, рефайнери. Если не видно продакшн, зачем оно вам надо? Это главное, чтоб я видел. Вам главное, чтоб на экране месиво было. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Acknowledged. Салаты бухают. Еще раз повторяю, ребят. На прошлом стриме все ныли, что чат слева. И занимает слишком много места на экране. Теперь вы ноете, что типа чат справа. Давайте уже определимся. Давайте вообще без чата играть. Yes, я не буду вообще на него читать и смотреть. Давайте я буду просто играть в игру. Вот и все. Не будет. Мне кажется, так будет намного более интересно, да? Если я буду просто играть в игру. Так, давай еще энергостанцию одну. Зачем танки, давай раш пехотой? Та нафиг она надо, эта пехотура? Она сливается на раз-два. Лучше без чата. Вот я тоже такое же мнение. Давайте нахрен его вообще уберем. Где? Не, ну вы нормальные вообще? Приперли они сюда. Так, до катушек Тесла еще далеко, ребят. До катушек Тесла еще ой как далеко. Ладно, сидите, пердите на базе пока. Так, военный завод давай делать. Тогда надо плавненько делать военный завод. Вот, я, кстати, более солидарен с лендитером. Потому что на прошлом стриме не только лендитер это подметил, и все говорили, типа, давайте чатик будет лучше с правой стороны, там, где вот эти все здания, производство и прочее. Все равно, типа, вам не особо надо за этим следить. Это мне надо за этим следить. Где что должно быть построено. А когда происходит на экране заруба, вы половины из-за чата не видите. Тут я больше с лендитером солидарен, поэтому давайте уже оставим так, как есть. Так. Давай, вот надо опять тебя за ручку тягать. Давайте кристаллы добывать, дурачок, там уже больше денег. Ну это тоже не особо охотно кристаллы собирает, ну и насрать. Ух уж эти лентяи. Так, поехали. Предлагаю комбинированный раш хэви-танками, огнеметчиками, Иванами. Да нет у нас Ивана, в том-то и проблемка. Надо вот это сейчас место зачистить, какие-то повстанцы. Ну видите, типа вот эти вот серенькие, тут типа две фракции врага. Опа, это что такое? Бил. Убить Билла. Что так блин, на самом деле так напрягает, что игра иногда подвисает. Он просто лагает. Непонятно из-за чего. Так, хорошо, танки выезжают. Это самое то, что мне нужно. Самолет-разведчик. А ну-ка, разведай, что у нас здесь. А сюда надо бы, наверное, пехотуру закидывать. Пусть они уже начинают развлекаться. И сейчас им подкрепу подкинем. А тут, думаю, разберутся все. Отлично разобрались. Наша огнеметная вышка просто взяла, всех убила. Молодец. Хорошо разобрались. Блин, мужики, живем. Блин, подкрепа приехала. Чертовы проклятые либералы. Огнеметчиков. Капец у танков у них, вы что, в своем уме вообще? Нахрена нам столько танков? Это мне надо танковый раш делать. Давай гренадеров заделаем немножко. А привет, Инби ТВ. С какими деньгами? У меня с деньгами нормально. Вон, 8500. Руды вообще зашибись. Так, поехали. Капец тут у них танков, вы что, в своем уме? Это мне надо танковый раш делать, а не вам. Глянь, что они творят. Так это средний уровень сложности еще. Я прям в шоке на самом деле. Че они тут творят? Так. Ой, орудие Тесла уже есть? Делаем. Как только катушки Тесла открываются, так все. Привет, Антон Горянский.
Что-то это не огнеметы какие-то, а броски мешков с напалмом. Ну, в оригинале оно так и было, типа, такие вот огнеметы типа бросали. Так, там какая-то кнопка есть, вот это вот вроде. Да-да-да, давить их. Да, через альт, левый альт. Да-да, отличная кнопочка. Так, давайте сюда заедем, еще пару танков сюда подкинем. И гренадеры давайте сюда, поехали, мужики. Захватываем этот остров. Нам надо им экономику убить, потому что у них здесь экономика. Нам надо ее сбить. Так, а тут у них база этих повстанцев, да, у нас получается здесь тусуется. Так, катушка Тесла сюда. Разберемся с проклятыми капиталюгами. И, наверное, надо еще катушка Тесла сюда одну поставить, потому что здесь в стыло нам в жопу заходят. Не очень приятно, знаете ли, когда в жопу тебе заходят. Да. Цитаты великих прям. Ну, развали эту срань. Так, энергостанцию давай сюда захреначим. И катушки Тесла. Так, база у них здесь жирная довольно. Ну, хотя... Не, не сильно. Вот этих сил мне даже, наверное, хватит, чтобы все разнести. Сейчас еще несколько танков и разнесем. Что думаешь еще проходить? Да те, что мало, Макс, пока что. CNC Remastered Collection, который проходить и перепроходить. Потом еще... Так, ПВО у них тут нет. А, нет, вот есть чувак. Потом еще эти дополнения надо будет проходить еще, как бы. Вот, давайте сюда, Тесла. Ой, вообще отличное место, мне кажется. Вот здесь она будет вообще классно защищать подходы. CNC Remastered Collection. Потом после CNC Remastered Collection, извини меня, еще мы Just Cause 4 проходим. Нифига себе, тебе этого мало, Макс? С ума сойти. Максу надо, чтобы 10 игр одновременно проходил, тогда будет нормально, да? Тогда будет норм. Так, мужички, вы куда едете? Сюда едем. Елочки имба. Да, они всегда были имба. Ох уж мои любимые елки новогодние. Ммм, какие нарядились и красивые. Что, ласт? А. Так что вы не стреляете, я не понял. В чем проблема? Взяли тут у меня, уничтожили подводную лодку одну твари. Че, поехали, поехали. Так, тут шпион у нас еще. Вот шпиона надо валить. Давай, 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 залетаем гранатами, гранатами закидываем. Вперед, вперед, мужики, давай, 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 давай. Нас много, нас больше. Как говорится, с нами бог. Все будет нормально, валим это все дело. Хорошо, теперь казарму закидываем гранатками, чтобы им там тепло было. Согреваем их на Новый год. Привет, ранг 29. Кстати, эту базу можно было захватить. Ну ладно, насрать. Можно было, но не нужно. Можно, но не нужно. Техцентр давай. Я не помню, у нас тут мега-классные танки будут или нет. Наверное, нет. Бомбы сюда давай. Парашютистов сюда давай. Разведку сюда. Я не знаю, что у нас там происходит, но давай тоже. Поехали. Да, бомбардировку заказываем. Как же хорошо. Люблю эти парабомбы, они прикольные. Они как бы очень мало урона дают, но они прикольные. Так, что тут происходит? Кто кого убивает? Так, здесь куча еще мужиков стоит. Ну ладно, нормально, разберемся с этими проблемками. Сейчас вот поляем, посносим, чтобы еды не было ни хрена. Давай, 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 заваливаемся в эту деревню. Там пиво и бабы, все хорошо будет, мужики, заезжаем. Вон церковь тоже заедем. Мы же как атеисты, давайте в церковь заедем. Так, тут какой-то ящичек. Да, там ящик с деньгами, по идее. Ну-ка, давай, заедь сюда. Давай еще танчиков несколько штук. Как мы любим. Так, и техцентр. Я не помню, что он нам открывает. А, огнеметчиков открывает. О, давай огнеметчиков. Крутая тема. Огнеметчики — это классная тема. Голоса пехоты похожи на голоса техники из той мобильной игры, которую я тебе в диссе отправлял. Серьезно? Так, может быть, в той мобильной игре использовали голоса из Red Alert, а нет? Ты такой вариант не рассматривал? Потому что такое вполне возможно. Почему бы и нет? Такое вполне себе возможно. Я так по секрету скажу. Так, тут больше никого нет, да? Ну что, представимся к этим мужикам и поехали. А, смотрите, у них тут десант. Это что за десант такой, я не понял. Вот так бы сразу. Так, а тут у нас ящик. Я не помню, что в нем есть. Прикиньте, сейчас ядерная боеголовка. И тут деньги, нормально.
Давай, заезжай. Так, выезжаем. Блин, чисто ради этого сделал. Транспортик. Мне он больше нафиг не нужен, если честно, был. Вот просто ради этого. Так, заезжаем. Я не знаю, что там у нас. Но это и не важно, разберемся сейчас. Мужички, ну куда же вы едете? Ну здесь вот хороший мостик есть. Что-то наподобие героев есть? Да. У советов это Crazy Иван, ну, безумец Иван. А у Альянса это Танюха, мы ее в прошлой миссии видели. Ну, Танька. Таня. Она, в принципе, во всех других частях CNC тоже есть. Ну, в этих, в редалертах именно. Она в редалертах тоже есть. Ой, мужики, быстрее, быстрее. Ой, арту уничтожили, отлично. Капец, тут танковое побоище идет. Все, разбирайтесь, парни, сейчас подкрепа подъедет вам, подождите. Вы только подождите, подкрепа уже едет. Медленно, но едет. И огнеметчики. Огнеметчики медленные, но жесткие. Так, а нас тут могут выпилить. А, не, они ушли, они сдались. Они признали наше превосходство. Мочи их, мужики. Хорошо, и харвестеры. Похлеще битва, чем Курская дуга. Да тут вообще жесть, какие страсти. Сейчас харвестером снесем, надеюсь, если он не успеет уехать. А вот еще полуубитый харвестер. Мочи его, мужики. Минус бабки у них. Да добей ты его. Вот так бы сразу. Ох, ни хрена себе, мужики, поехали. По полям. Давай. Едем. Ой, хорошо-то как. Давим их всех. Давай. Раздавливай их. Ё-моё, какая же там жизнь произошла. Капец, мы их там передавили, круто. Всегда любил сродяшки, что можно взять и просто техникой давить всех. Круто же, да? Так, поехали. Они решили в контратаку пойти. Как? Безрассудно с их стороны. Так, забери ты уже эти долбанные кристаллы, что так долго? Так, этот уже тут собирает харвестер, нормально. Капец, их тут толпень. Привет, сверхразум. Так, капец, их тут повылазило. Это жесть. А может быть убьете его, пацаны? О, другое дело. Кошмар тут происходит, страсти какие. Привет, Закирилл. Вперед! За что люблю старые стратежки из 90-х? Тут просто берешь и толпой юнитов вперед ломишься. И просто на экране происходит хаос, вакханалия и полная жесть и непонятки. Вперед! Они бросили своих! Дави их, мужики! Я наконец-то кнопку нажал, чтобы давить врагов. Так, у них, кстати, тоже огнеметчики есть. Вот хитрые. Так, что можно еще заделать? О, можно самолет-разведчик сделать. Давай разведаем, что у них тут есть. Парашютистов сюда закинем. Ну, просто чисто для разведки. Они сейчас там, конечно, сдохнут, но разведку сделают там как надо. Валим харвестер, у них денег не будет. Да, видите, их там просто раздавили. Все, мужики, вперед, завалимся к ним на базу. Капец, там огнеметчики сами себя просто уничтожают. Сами себя, блин, им насрать. Им просто насрать, они идут и все выжигают, даже себя. Продвигаемся, мужики, поехали, надо еще танков. Еще ракеты, еще танков, давай, подкрепа подъезжает. Капец их тут. Вот, кстати, да, то, что еще мне немножко напрягает, это то, что здесь не подправили вейпоинты у юнитов. Здесь очень сильно не хватает нормальных вейпоинтов у техники. Они вот тупят очень сильно. Карта не похожа на сапог. Да потому что это как бы часть сапога. Это просто остров небольшой. Да дави ты эту шелупонь. Вот так-то лучше. И теперь давайте казармы им сносим. Капец, там ракеты подъехали уже. Веселиться. Понеслась. Капец, тут война идет. Просто смотрите, какие воронки, одни воронки, блин. Кстати, пиксельные они были прикольные, они как-то более очевидно, более ярко выражены были. Хорошо. Ой, тут дот спрятанный, замаскированный, так сказать. Отлично. Блин, ракета классная. А ну, выжигай его. Блин, мужики убили нашего. Просто, мать ее, война какая-то. Все, поехали вперед. Да просто дави этого ублюдка и вали военный завод. Военного завода здесь, чтобы к вечеру не было. О, приехала кавалерия, так сказать, гвардия подъехала. Тут у вас уже базу сейчас уничтожат, пока вы приехали. В центре карты туфля. Да, кстати, если на мини-карте посмотреть, что-то в этом есть. Немножко напоминает. Ой, хорошо залетело.
Да сноси ты им этот, блин, перерабатывающий завод. Правильно, задавил его, вот так и надо с ними. Давайте, мужики, давим, давим их. О, хорошо. Со второй дюны никогда это не устареет еще. Во второй дюне как это было весело, так и сейчас весело. Со времен, блин, второй дюны веселимся и давим юнитов. Круто же. Так, давайте бомбы сюда закинем, вон туда, давай, разведку сюда. Блин, а на самом деле нафига нам были подводные лодки? Нет, тут что, есть... А, есть у них, да. Хорошо, понял. Снесем, значит. Поехали. Смотрел Футураму, когда попали в прошлое? Да, конечно. Футурама был, кстати, одним из самых моих любимых мультиков в детстве. Прям один из самых любимых. А, кстати, если посмотреть вот эту вот станцию починки, техники, там что-то... Она каких-то юнитов откроет. То ли миноукладчики, то ли что-то такое. Я точно не помню. Но, короче, какие-то юниты там открываются. Так, ну все, эта база готова. Прям даже захотелось пойти поиграть в ту игрушку, где на машине надо было зомби давить. О, да. Как она там называлась, я уже не помню. Ну, классная игра была. Ее, кстати, создали еще эти разработчики Just Cause. Если мне память не изменяет. Все, добиваем эту базу. У них тут вообще уже ничего не осталось. Они просто вот сидят уже такие, думают, ё-моё, ну все, командование точно нам повышение не даст. Бот, походу, глушит? Наверное, Ваня, не знаю. Если что, дублируй свои сообщения, мы их тогда точно увидим. Так, подводную лодку все сделали, да? Ну вот и все, миссия готова. Че, музычка такая веселая. Давай сюда, разведку сюда. Ну это все. База у них готова. Мне это напрягает то, что надо все здания посадить. Почему бот не продает эти здания, если он видит, что он проиграл? Вот их же надо уже продавать. Смысл здесь нам вот бодаться? Как бы вот и этих надо еще добить. Ну вот смысл. А, ладно, добьем, какие проблемы. Мы сильнее, с нами Бог. Они морально готовятся к советифицироваться водкой. Да, они стали такие типа. Ну что, мужики, выходим с трактора, наконец-таки побухаем сегодня. Я бы вот это, кстати, исправил в ремастере, чтобы не было вот этой тупняка, что надо прям всех убить на ка. А, ага. Что, кто-то еще остался, что ли? Не понял. Yes, sir. Affirmative. Acknowledge. И что мне делать? Подожди. Ай, вот где-то, наверное, какой-то еще кораблик остался. Он сидит, пердит, ему хорошо. Awaiting orders. Affirmative. Давай yes, сюда. Sir. Давай сюда. Он в этом маленьком кубике может враг прятаться. Yes, ну, я бы это исправил. Самолет шпион, давай сюда. Ну просто это тупняк. Yes, играл в Red Alert 3 с модами. С модами нет, я оригинальный Red Alert 3 играл, проходил. На канале, кстати, можете найти полное прохождение третьего Red Alert. Ну вот, корабль остался один, да. Affirmative. Напоминаю, на канале полное прохождение третьего Red Alert есть. Полное. С апрайзингом, со всеми состязаниями. Так, тут что-то есть? Yes, sir. Нет, нету. А тут? Yes, sir. Acknowledged. Тут может быть какая-то просто тоже силосная вышка стоит. Affirmative. А, вот еще кораблик остался. Affirmative. Давайте, добивайте его уже. Yes, sir. А, вон еще. А, вот они везде. Ё-моё, как же их много. Охренеть, ребята. Вы в своем уме? Нафига столько? Блин. Вот серьезно мне сейчас надо этой херней заниматься, уничтожать их, да? Ну вообще-то да, серьезно. Ну сейчас надо строить подводные лодки, чтобы просто их добить. Кайф, да? Будешь проходить новое DLC для Фростпанка? Какое? Я же уже и так все прошел. Я же уже прошел последнюю осень. Что там еще? Вот еще, кстати, ё-моё, как же вас много. Откуда вы вообще взялись? Ёкарный бабай. Где мне на вас всех подводных лодок напастись?
Так, танки поуничтожали. Ну, у меня подводные лодки только есть, придется ими все делать. А, или можно, знаете, что еще сделать? Можно еще взять орудие Тесла вот тут поставить, и она их развалит. Ну, как вариант. Блин, ненавижу такое затягивание искусственное времени. На грани этим летом выходит. А, окей, посмотрим обязательно. Тогда посмотрим, что это за дополнение-то такое. Ну че, мужички, огонь. С автомата в танк этот, давайте целый корабль уничтожим. Круто же, да? С автомата валить танк. Или же корабль. Охренительно. Так, что там? Орудие Тесла. Вали. Да ладно, ты не достаешь, хочешь сказать? Печаленько. Привет, Evil Lord. Тебе дали подлодки, чтобы устрицы к пиву подготовить. Ну, что-то мне это не помогло. Али, у нас энергии не хватает. Не, хватает. Там идеально хватает. Спритык. Ну, блин, я не знаю, что еще тут делать. А, все, деньги закончились. Клево. Ну, просто сидеть тут вот, пердеть. Подводными лодками, танками уничтожать. Все, у нас осталось последнее, по идее. Последнее осталось. Вот это, конечно, да, это... Я бы это исправил в ремастере. Нафиг оно надо, вот этой херней заниматься. Вот бы сделали про свиней, как CNC. Делали? Уже делали. Мы такое уже... Точнее, не мы, а разработчики уже делали. Такую игру. Она называется Swine HD. На краю третье дополнение сезонного абонемента игры. Его действие происходит после вьюги. А, после, да, есть такое дополнение, действительно. Я про него слышал. Yes, да добейте вы его уже, ну пожалуйста. Огонь! Yes, добейте yes, его! Сколько можно? Тут подводная лодка пока дошкребет до этого места. Вы сами уже добьете. Огонь! Да неужели? Слава богу! Я уже думал, что миссия никогда не закончится. Все в огне. А, кайф. Люблю ковровую бомбардировку по утру. Завершить миссию Остров Эльба. Вот это выражение лица, когда мне сказали, на карте еще есть противники, иди ищи их.